Самое популярное блюдо, еще раз повторяю, это фасоль. Всем привет, друзья! Меня зовут Юсуф. Я вам приготовлю турецкий хороший блюд, выпечка и издаю информацию. Друзья, фасоль. В наше это время сейчас типа зима. Зима, самая настоящая еда. Фасоль, друзья. Сухая фасоль. Мы приготовили с фаршем. Это домашний рецепт был, который вы покушали, отели. Сегодня будем готовить к сочным мясом фасоль. По-другому будем готовить и будет очень вкусно. По-турецки называется куру фасоль, друзья. Очень популярна у нас еда. Куда вы гости идешь в Турции, вам будет угостить сразу куру фасоль и рис. У нас национальная еда это. Давайте нам что нужно, посмотрим. 2,5 стакана фасоль. Я за ночь замачил. Вот. Ничего не варил, ничего нет, друзья. Вот. Просто замачил с водой. 12 часов минимум. 2 штук лук есть у нас. Грамм 75 сливочное масло. 1,5 ложку томатная паста. 300 грамм кусочное мясо. Соль. Черный перец, паприка, друзья, больше ничего не нужно. Будем дома готовить такую вкусную еду, друзья. Все вместе будем готовить. Нам нужно большой кастрюль, большой огонь. Пусть согревается. На это время лук будем порезать тонкий-тонкий, друзья. Друзья, начинаем. Сначала сливочное масло отправляем. Миллилитр 40-50 растительное масло добавляем. Сразу лук отправляем жарить. Друзья, 3 куска сахар. Карамелизация будет отличная. Друзья, когда лук 2 минут пожарим, вот так, тогда отправляем мясо сразу внутри. Друзья, лук и мясо надо жарить хорошими. Мясо должно быть бросать свой вода. Минут 7-8 надо жарить, даже 10. Я уже жарю 5-6 минут. А сейчас крышка закрываем. 3 минуты вообще не откроем. Уже мясо хорошо жарился. Уже вода не осталась, только масло осталось. Отлично. Еще 1 минуту вот так перемешаем, пожарим нормально. Должно быть мясо, хорошая карамелизация с луком. Добавляем паприка. Раз. 2 чайная ложка паприка и томатная паста, черный перец 2 чайная ложка, сейчас около 2 минут еще пожарим. Если томатная паста не жаришь, будет острая. Это не классический рецепт, это рецепт ресторан, который отели так готовят. Классический рецепт тоже есть наш канал. Сначала надо варить, все отдельно надо делать, потом все одно вместе. Сейчас фасоль добавляем, друзья. Фасоль не варились, просто 12 часов ждал вода, обычная вода ждал. Замочить надо холодной водой, друзья. Если горячей водой
замачиваешь, и шкурка тогда будет бросать себя. Это вид некрасиво будет и невкусно будет. 2 минут, около 2 минут пожарю. Друзья, сейчас соль сдаем. 1-2 чайной ложки соль. А теле нет время. Вот так перемешают, пожарят, сразу оставляют варить. Отлично. Никаких лук, кроме мяса, ничего не выглядит. Мясо, фасоль, все. А сейчас издаем горячую воду. Я давал 2 литра горячей воды, друзья. А сейчас она будет варить, и половинка воды будет потерять. Крышка закрываем. Друзья, а сейчас его забираем. Самый маленький огонь. Уже маленький огонь забрали. Вот маленький огонь еще чуть-чуть поменьше делал. А сейчас наша фасоль будет через час готова. Мы не трогаем. Иногда откроем, посмотрим, вода просто перевираем. Все. Больше ничего не делаем. Друзья, прошло 1 час 10 минут. Сейчас перемешаем один раз. Надо поднимать, посмотреть. Если начал сломаться, фасоль уже значит готова. Она так готова. А сейчас выключаем. Крышка закрываем обратно. Других мест забираем. Друзья, каждая фасоль разная. Большой бывает, маленький бывает. Иногда надо открыть крышку, посмотреть, перебирать, попробовать. Мягкие, если останутся, да, маленькие очень быстро готовятся, в течение 40 минут. Есть у нас большой фасоль, вот, 1 час 10 минут. А сейчас надо настояться 15 минут. Вообще крышка не откроем. Соусу себя тянет друг к другу. Хорошо познакомиться. Скоро будем покушать его. Уже пора кушать, друзья. Один раз хорошо перемешаем. Много мяса. Очень красиво выглядит, вкусно пахнет. Друзья, в Турции зима, самое популярное блюдо, еще раз повторяю, это фасоль. Если кусочным мясом, конечно, и с косточным мясом еще лучше будет, но дети, если есть, не сможем это косточным мясом приготовить. Вот самое популярное такое. Сейчас попробуем. Радужка, йогурт, либо кефир и зелень, друзья. Без разницы, лук обязательно должно быть. Вот лук. Друзья, в Турции иностранцы говорят, это фасоль блюдо, суп. Радужкам положи рис, а второй блюдо. Если без рис, суп получается. Вот иностранцы так придумают. Но по-настоящему это наш, это второй. Настоящий второй, это крепче. Ночью, конечно, кушать это немножко... Неудобно будет, потому что хочется много есть это. Вот хочется. 2-3 тарелки есть, покушаешь, ночью спать не сможешь. Но надо покушать хорошее, даже завтрак, такой блюдо, солидное, ничего не надо покушать. Отличные варианты. Друзья, у меня есть на канал домашний классический фасоль. Вот это ресторан, отель так приготовит. У меня классически других ситуаций. Друзья, у нас есть Яндекс.Зен. Там тоже кладем видео. У нас плейлист уже почти 100 штук рецептов есть. Посмотрите. Если не подписывались на наш канал, подписайтесь, поставьте лайк. Пишите комментарии, как получается у вас. Всем спасибо большое. Пока.